Привет, ребята. Сейчас я вам кое-какую идею скажу. Холодно. Очень холодно. Сейчас. Я проснулся в 6 утра. Сейчас. А, нет. Ну да, в 6 утра просто я еще просыпался долго. Сейчас. Короче, я предлагаю создать общину небольшую, короче, просто дом за пределами города, вместе скинуться и там жить. Есть инсайдерская информация такая, что это намного легче, чем кажется, потому что в городе эти вышки делают, сотовые вышки, которые разрушают здоровье потихоньку, как в песне. Героин убивает тебя, незаметно из-под тишка, группы дергать. А вот вышки незаметно из-под тишка убивают тебя. И как бы ладно, если вы не верите в вышки, то... Короче, я просто предлагаю, что если создать общину? Чтобы жить там, ездить в город на работу там. Ну, я не знаю. Это просто пустое видео, назову пустое видео. Я, кстати, нарушаю закон курения на лестничной клетке, но здесь нет закона, здесь как бы это, похер. Но меня могут привлечь. Хотя все курят, блядь, простите за мат, все курят, повсюду курят, в общественных местах, везде, на лестничных клетках, на каждом курят, и их не привлекли, ни одного не привлекли, только можно бабка один раз, может исключение, конечно, бабка, пожалуйста, ее отпиздят, ну нет, ее не отпиздят, бабка, конечно, не отпиздят, они только парней пиздят, я думаю, ну, может, и девушек, ну, я не знаю, ну, они всех пиздят. Короче, ну бабка я не знаю, а уважаемая женщинесса, конечно, мы накажем этого урода, и они его отпиздили, им хочется отпиздить кого угодно. Бабка пожаловалась, и они такие: о, мы можем отпиздить кого-то мужика, где он? Эти, ну и менты пошли, отпиздили его. Имя-то нравится. А то, что женщины, мужчины, подростки повсюду курят. Женщины при матери, при подростках матерятся, курят. Матерятся, причем они в хорошем настроении, смеясь. Это я даже могу записать. Просто по городу пройтись с видеокамерой за 16К, она запишет. Она хорошо записывает. Вы услышите, как они матерятся. На каждом шагу. При детях, при муже. Причем муж не выглядит куколдом, он выглядит таким бородатым мужиком, нормальным. С машиной. Машину в кредит взял, обогатил банкиров. Жена голова, мужчина тело, блядь. Ой, извините за мат. Ну это, короче. Жена голова, мужчина тело, блядь. Вот хуйня какая, а? Раньше был бог голова,
Мужчины, не мужчины, женщины, дети. А сейчас хуйня. А сейчас знаешь, что сейчас элита, голова, государство, голова, и их, эти все, Киркорову, Пугачёву, вся хуйня вот эта, Деграсси Тайсон, вся хуйня, они получают нас, простых людей, как нужно нам подчиняться элите. Навязывают нам мировоззрение, в которое мы должны верить, которое выгодно элите. Я так считаю, МХО, это мое мнение, конечно, никому не навязываю, тебе не навязываю. Это просто пустое видео, ни о чем. Это не то видео, где я хотел рассказать про нашу систему. Я просто... Было. Это негативно на голодный желудок. Топкает. Все, короче. Рассказал.